Поскольку во время выборов будет повышено внимание к политике, мы можем расширить диалог о будущем с нашими гражданами и дать им возможность выразить свою позицию, выразить ее безопасно и увидеть, что других людей, которые думают так, как они, очень много. И это мы можем сделать, особенно если хорошо поработаем. Конечно, такая цель не принесет мгновенного результата, однако продвинет нас на пути к демократии.